Парни, есть серьезный разговор. Я думаю, что вы все, когда начали заниматься бодибилдингом, ожидали, что это принесет какие-то плоды. Некоторые из вас выступали на соревнованиях, стали чемпионами. Андрей, вот ты много получил? Да ни хрена. Кубок да медали. Кубок да медаль. И как мы были нищебродами, так и остались. Страна в полной жопе. И в то же время кто-то за месяц может стать из нищеброда миллионером. Сейчас как грибы растут кооперативы. Поэтому я думаю, настало наше время. Пора применить наши навыки и зарабатывать нормальное бабло. Но помните, назад пути не будет. И сколько они нам будут платить? Не они нам будут платить, а мы с них будем получать. Я с вами. Я тоже. Я остаюсь.